Привет, друзья! Меня зовут Петр Шереметов, и я демонстратор компании Makita. Сегодня расскажу вам про аккумуляторную отрезную пилу по металлу Makita DLW-140Z с абразивным диском 355 мм, предназначенную для точного, быстрого и безопасного реза металлических заготовок под различными углами. Инструмент работает от двух стандартных 18-вольтовых литий-ионных аккумуляторов платформы LXT, которые подойдут для более чем 320 аккумуляторных инструментов Makita. Makita DLW-140 оснащена мощным бесщеточным двигателем, выдающим 3800 оборотов в минуту, и который экономно расходует заряд батареи. Быстрая замена пильного диска диаметром 355 мм, который можно проводить даже в перчатках. Легкий корпус с весом эквивалентным сетевой модели, но не зависящим от наличия розетки. Компактная портативная конструкция с возможностью зафиксировать инструмент на рабочей поверхности. Удобная при работе и транспортировке D-образная ручка, оперативная и точная фиксация заготовка, плавный пуск и электрический тормоз двигателя. Искрозащитный кожух с регулируемым положением. Возможность реза под углом с изменением положения зажимной пленки. Выключатель увеличенного размера, не требующий усилий при нажатии, а для исключения случайного пуска – привода. Основной переключатель снабжен кнопкой разблокировки. Отрезной диск в комплекте поставки. Имеется индикатор состояния уровня заряда каждого из двух аккумуляторов. Инструмент оснащен защитой от случайного пуска, если при замене аккумуляторной батареи вы забыли выключить инструмент. В инструменте применена технология защиты аккумулятора Star Protection от перегрузки, чрезмерной разрядки и перегрева. На аккумуляторах установлен микропроцессор, который во время работы инструмента постоянно отслеживает состояние батареи, анализирует температуру, силу тока и предотвращает полный разряд, который пагубно влияет на состояние аккумулятора. Аккумуляторная отрезная пила по металлу предназначена для точного, быстрого и безопасного реза металлических заготовок под различными углами. Подходит для интенсивной и продолжительной работы, ведь ее вес с двумя 5-амперными батареями LXT всего 17 кг 800 грамм. Makita DLW-140Z поставляется в картонной коробке. В комплекте идет пильный диск. Зарядное устройство и батареи не входят в комплект. Их вы можете приобрести отдельно. Например, набор из фирменного кейса MacPack, быстрого зарядного устройства и двух 5-амперных батарей. Важное замечание. Если у вас уже есть инструмент Makita в полной комплектации с аккумуляторами и зарядным устройством, вы можете существенно сэкономить на их приобретении в дальнейшем, потому что наши аккумуляторы и зарядное устройство совместимы со всей линейкой 18-вольтового инструмента Makita. Один аккумулятор Makita подходит для более 320 аккумуляторных инструментов платформы LXT. Вес инструмента без батареи составляет 17 кг. Если индикаторная лампа мигает красным цветом, это указывает на необходимость замены аккумулятора из-за снижения мощности. Когда красная лампа горит непрерывно, это свидетельствует о перегрузке или полном разряде аккумуляторной батареи. Ну что, теперь предлагаю проверить наш инструмент в деле. Подведем итоги. Аккумуляторная отрезная пила по металлу Makita DLW-140 – это профессиональный инструмент, который подойдет для продолжительных работ. Он максимально безопасный и удобный. А заряда аккумулятора вам хватит на большой объем работ. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем официальном сайте, ссылка в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.